Жил когда-то шарманщик по имени Карло, такой бедный, что даже очаг в его каморке был нарисован на куске холста. Однажды попалась ему необычная полена. Это полена? Папа Карло отправил сына в школу. Но Буратино услышал веселую музыку, доносившуюся из кукольного театра, и так ему захотелось посмотреть представление. Буратино вскочил на сцену, и куклы принялись петь и танцевать. Но тут появился директор театра, злой и страшный Карабас-Барабас. И Карабас, сняв Буратино с крюка, дал ему 5 золотых монет. Обрадовался тот. Поймали они его и подвесили вниз головой на дубовой ветке, чтобы вытрясти золотые. Жаль, что Буратино совсем не хотел учиться. Шалил, хулиганил, а потом сбежал от Мальвины и оказался на поле чудес. Встретился Буратино с Пьеро, Мальвиной и Артемоном. Но не успели друзья обрадоваться. Там Буратино сорвал со стены холст с нарисованным очагом, вставил золотой ключик в замочную скважину и открыл тайную дверь. За ней оказалась крутая лестница, ведущая вниз, а там чудесный кукольный театр «Молния».